Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Xiaomi Redmi Pad сделать проверку на вирусы. Если вы параноитесь и думаете, то, что у вас на планшете вирусы, которые там крадут ваши данные, там, снимут деньги у вас с карты, там, не знаю, удалят вам какую-то игру, и вы прям даже спать не можете, ну прям капец. Что ж вам делать? Открываем предустановленное приложение «Безопасность». Там вам надо будет согласиться с условиями использования. Когда его первый раз открывать, я его открываю уже не первый раз. Переходим в антивирус. Нажимаем. Можем обновить сигнатуры, окей. Надеюсь, это займет не долго. Ну и как видите, он автоматически там проверяет безопасность платежей, системы. Ну, как видите, мой планшет в порядке. У меня вот наша поддержка с Avast. Но как на вашем планшете, я не уверен. Потому что ну, я его только ресетнул. И у меня тут ничего вредоносного не должно оказываться. Ну, а вы можете вот на своем зайти, проверить и узнать, все ли у вас в порядке. Так вот просто. И на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и пока.